И вот тогда я открываю чемодан. Чемодан? Да, большой старый чемодан, такие выпускали лет 60 назад. Он полностью был набит баблом. Денег много было. Все в зеленых банкнотах. Я устал считать эти деньги. Пришлось вызвать специалиста, чтобы посчитал. Так вот, когда он считал, специалист, все было копейка в копеечку. Я тогда понял, сбылась мечта идиота. Но мечта стала миражом в той ситуации. Понимаешь меня? Миражом? Да. Деньги-то были куклой. Та сука подсунула мне чемодан с фальшивыми деньгами. Знаешь, я был таким большим идиотом в той ситуации. Очень большим идиотом. Очень большим идиотом. Ты сказал, что был идиотом. Что я сказал? Ну, что был идиотом в той ситуации. Я сказал, что я был идиотом в той ситуации. Ты сказал. Ты говоришь, что я был большим идиотом. Ну, ты сам сказал. Нахрен, подожди. Ты сказал, что я был идиотом. Большим. Я сказал, что я был большим идиотом в той ситуации. Да, да. Ну, ты теперь реально выглядишь большим идиотом. Нет, не надо говорить теперь по-другому. Не надо говорить по-другому. Слушай. Знаешь, давай. Давай успокойся, ладно? Просто поедем. Хорошо. Ну, ты реально выглядел большим идиотом. Вот, блин, а, слушай, ты идиот. Вот ты теперь реально идиот. Тони, успокойся ты, ладно. Это все проехали, короче. Давай просто поедем, а? Нет, отвечай за свои слова. Да... Отвечай за свои слова. Антонио, ты реально меня испугал. Давай просто поедем. Шутка. Шутка, теперь говори детали нашего дела. Детали простые. Мы заходим в офис, идем днем. Значит, идем по аллее, со стороны аллеи. Там будет сидеть Буров. Один. Буров или Бурой? Да горбатый. Ну ладно, хорошо. Ну, в общем, Вениамин Вениаминович. Хорошо. Какой хрен Вениамин Вениаминович? Ну, блин, тебе не придется выговаривать. Значит, возьми с собой рюкзак обязательно. В этот рюкзак... Мать твою, я не выговорю это имя. Я не выговорю. Да и хрен-то с ним, что ты не выговоришь. Ладно, забей на это. Мы входим через центральный вход. Значит, в кабинете Буров будет один. Действуем быстро, не привлекая никакого внимания. Значит, я просто припугну Бурова, а ты в это время будешь искать дипломат с деньгами. Значит, берем, ты берешь, пересыпаешь в рюкзак, и мы уходим. На все это у нас должно уйти 4 минуты. Понимаешь, 4 минуты. Потом мы сваливаем. Да, мы сваливаем хорошо, хорошо. Во двор. Там есть проход на другой.